видите, партитура, и я на первой странице, вот моя мама в военной форме. В детстве засыпал не под колыбельные, а под военные песни, потому что мама всю блокаду была в военной части, которая боролась с налетами фашистских самолетов путем, значит, поднятия аэростатов. И она очень здорово так пела нежным голосом. До сих пор, вот 70 лет прошло, слышу ее голос –